Ой, Жуз, хватит спамить всем этим фуфлыжным сообщением. Ну и чё? А, нужно посмотреть. You about done over there? Yeah, one second. Да, секундочку. Спасибо, что пошла со мной. Тут страшно. Я знаю, что тебя заставили. Вместе безопаснее, если мы будем держаться вместе. Уже темнеет. Да, знаю. Ну, хорошо, что ты пошла. Я думала, они заставят идти папу. Спасибо. Не за что. Она что, посикала там, да? Ну, ладно. Типа, что нормально, девочки? Трой, get them tied up. Свяжи их. We'll do. Вот сделано. Well, we're on our way. Probably 30 minutes out. Всплакнула на собаке? Нет. Emotions might be running high. Ты баря бешеная. Carver out. If I find out you've been wasting fuel to keep that fucking heater going, I'll make you walk back. No, froze my ass off. Нет, это мне задница, как было приказано. It ain't polite to listen to other folks' conversations. Невежливо послушивать чужие разговоры. Has anyone ever taught you that? Where's your manners? No, stop! Don't hit my friend! You don't want to test me. Не трогайте мою подругу, не испытывай меня, девчонка. Я всегда прохожу испытания. Ну, подожди, я сейчас я вырасту. Ультану тебе. Свяжи ее и брось к остальным. О, Линкс, а как же хэска. Блин, мне так нравится, что вы подружились. Кстати, Линкс, ты слышишь изменения в микрофоне? Ты вообще раньше же тоже слышал этот... как фонит микрофон, да? Сейчас, короче, этого нет. Ты заметил это? Что с тобой сделал? Он тебя бил? Эй, эй! Эй, 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 эй! Hands up when I feel in the way now. Hey, yeah, 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 yeah. One step, two steps. Тернистый путь. Пирас Парадастра. Через терни к звездам. Вот потому не смотрю стримы, где народу по 500+. Даже если народу по 500+, там в чатике пишут, то буквально там человек 15 спамят. Десятка, нифига себе. Ну что ж, нам нужно что-то делать. Ну давайте, есть у кого-нибудь что-нибудь острое или еще что? Нужно избавиться от веревок. Эй, Клем, помоги мне найти что-нибудь, чем можно снять веревки, что-нибудь острое, чтобы могло разрезать. Нужно выбираться. Грузовик пустой. Во-первых, мы здесь, так что тут не пусто. Если не хочешь помогать, то просто скажи, ладно, я сам все сделаю. Мы в очень плохой ситуации, нужно что-то делать. Успокойся. У нас все это брали, нужно сохранять спокойствие. Он прав. Можно вытащить очки у тёлки, разбить и стёклами. Парец. У девки это очкастый. Exactly. Вот в чём дело. Фон пропал. Ты видишь, какая я молодец? Я сама это сделала, исправила. Я не могу успокоиться, допустим, чтобы он перебил. Времёта, благодарен тебе за помощь. Это нечестно. Ты обвиняешь его за то, что сделал этот псих. Я говорю, что несмотря на его намерения, это последствия поспешных действий, которые, как он говорит, решит, помогут нам сбежать. Не знаю, о чем ты говоришь, но это все херня. Мы должны что-то сделать. Не спорь с ним. О, черт, джекпот. Sit down. You're going to get us all killed.
Y'all don't know what you're talking about. We get cooped up in some kennel like a bunch of fucking dogs. It's over. You don't know that. Yeah? Well, I've been in this situation before. You ever been a prisoner? We've all been prisoners. Why do you think we left? Stop fighting! Please. All right. Now we're talking. Carver will be on the other side of that door with 10 people. Еще 10 человек. There, baby. At this point, maybe Luke is the only hope we have. If he was gonna do something, he'd have done it by now. Who knows what he's doing? Если бы что-то предпринял, то бы уже сделал. Кто знает, что с ним случилось? Я бы сказал, что сейчас он нас бросил. А, они про этого, про красавчика. Kenny, please calm down. Нужно подождать. Ну, Кенни всегда был нормальным. Я же говорила, он сбежал. Просто он такой, знаете, из старичков, и как бы, ну, прям, навеивает вот эту первую часть воспоминания, поэтому мы ему так и так доверяем. Хотя, игра может повернуться так, что он наоборот, как бы, такой дичь. Ну, просто сядь обратно. Заткнись, док. Решать не тебе. Слушай, если что-нибудь случится, просто помоги, хорошо? Знаешь, не стоит подставляться под удар, но сойдет любая помощь. Look at me. You trust me, right? Ты доверяешь Kenny, мне, да? Kenny, please, just listen to them. Yeah, okay. I trust you. Я тебе верю. I'll do what I can. All right. Мужик здесь so Клем. Scared, but we gotta do мы должны this. Это сделать. All right. Everybody ready? Kenny! Kenny, are you okay? Is he okay? I think so. Oh, what hit me? Что это было? It's probably for the best. Может, это и к лучшему. Че, его вырубила? Линкс, новый лис уже вышел, я могу в него поиграть. Выходите. Как ты развязал веревки? Живо сюда. Там вернулись старые знакомые. Я знаю, некоторые из вас спрашивают, зачем мы вернули сюда этих людей после того, как они нас предали. Бросили. Жду, пока хуесос не подрубит. Слушай, ты меня так же обзываешь на других стримах? Мне интересно. Новый лис уже не тот. Все же нам нужно попытаться. Посмотри, сколько у них еды. Намек. Come on, I need you for something. Can I wait until we're all exhausted? Блин, я опять прочитала неправильно. Ликс, почему я твои сообщения всегда читаю неправильно? То этот. Как он там? Тёрнер? Я тренер прочитала. То сейчас. Jesus. Блин, простите. А! Мне жаль. Я знаю, ты напугана. Думала, что мы сюда вернемся. Мой текст говорил. Как же мне хочется. Я хочу бутерброд. Спасибо, Клем. Я хочу бутик. Если учить не подходить к ограде. Билл поймет, если вы что-то... Да-да-да. Теперь наша задача не просто выжить, а сделать эту общину маяком надежды. Да просто стример 8 классов, да конечно 8 классов. 11 не хочешь? И высшее образование. Советую отдохнуть, потому что завтра вас ждет много работы и будет не передохнуть. Это для тебя. Да, я уже подняла. Дурак Билл выставил меня на холод, но все равно позаботился удобно. Привет, ребята. Реджи. Это, видимо, их друган, с которым они не хотели прощаться, но он с ними не пошел. Прости меня. От него она залетела. Нет? Все могло быть хуже. Мне повезло, что меня оставили в шоке. Реджи нам помог. Почему он не сбежал вместе с вами? Реджи бежал вместе с нами, но потом он упал, и все остальные продолжили бежать. Когда у него еще был бер.
Ему просто отрезали руку в наказание. А, нет, смотрите, там скрытие. К счастью, мне быстро ампутировали руку, это спасло мне жизнь. А может, он гонит? Look, it was my choice to help you guys. Alvin, Carver wants you in his office. What? Why? Don't make this difficult. It's too late. Я думаю, какой-то мутик. No, please. Нет, пожалуйста. It's okay, Beck. Не бойся, Бек. Нет, не с мазиком. If he wanted to do something to me, he'd have done it already. I'll be fine. Со мной все будет в порядке. Let's see what he wants. Hey, Reggie. Oh, hey, Troy. Don't go fucking up now. Я был жестко на этот раз. Билл уже почти решил вернуть тебя назад в группу. Проследи, чтобы сегодня все было тихо и спокойно, и передам Биллу, как сильно ты нам помог. Может, он гонит? Может, он, может, его не ходячий укусил? Может, может, ему реально просто руку отрубили в наказание, а он типа ему гонит, чтобы они не пугались. Позволь мне вас познакомить. Привет, я Рейджи. Hello. Это Сарита, здравствуй. That's Kenny. Это Кенни. Hey, привет. Hello. Привет, а как тебя зовут? This freaks you out. My name's Clementine. Clementine. It's very nice to meet you, Clementine. Знакомство, Clementine. Зачем вслух субтитры читать? Ну, потому что меня попросили читать вслух. Oh, okay. Good. Некоторым нравится. Я могу не читать. Мне же проще. Она больше для тебя... Ой, все, не буду я читать вам субтитры. Еще неблагодарные такие вы. Все ради вас делаю, микрофон ради вас настроила, чтоб не фонил. Субтитры читаю, чтоб вы не напрягали свое зрение. Not problem, sorry about that. Okay, that's Mike. He's kind of a dick when he's tired, but... Зуй был like тут. Like I said, he saved my life, so... I put up with that shit. Bill put him to work outside the wall with me. I'm so sorry. Stop with all the sorry. It was my choice. Besides, he said once you were all caught, he'd let me rejoin the group, so... I'm glad you're here. I'm just joking. I know. I mean, he did say that, but... I'm not happy about it. Она палит на нас. What's that? The woman over there is watching us. Oh yeah, right. Okay, so she's fucking weird. They found her sneaking around outside the camp, covered in guts and just like the grossest shit. It's probably best not to stare. I know how it must look, but it's really not that bad here. Reggie. No, I'm serious. Но видишь, со смайл, кому-то не нравится, что я читаю. Может быть, я кого-то сбиваю. Temporary. They've even got the solar panels working. When was the last time you had electricity, huh? Well, we just came from a lodge with a wind turbine. It's not a competition. I'm just saying, it's not as bad as you think. We're building something. Тем более сейчас микрофон еще настроила, да, что он у меня не шипит, ничего не делается. Еще приятнее слышать стало. Look, I've made mistakes, and he's forgiven me. That doesn't make up for what he's done, Reggie. I know that, but I'm starting to see what this place offers. I didn't before, and with the accident, it's just that much more important now. Are you serious? You're joking, right? Listen, I'm really close to getting let back into the group. Once that happens. I can do a lot more to help you guys be more comfortable. Comfortable? What do you think this is? I just don't want you to mess things up for me. I've worked really hard to get to this point. Will you please just try not to cause any trouble? Попытайтесь At least не создавать until проблем. They release me. Then, once I'm out, I could help you more. Maybe even help Мы не создадим проблем. Надо его просто успокоить, и все. They're expecting me to keep things in line out here. Вас в узде. По нему не скажешь, что он может держать кого-то в узде. We can at least talk about it more in the morning. Just have a quiet night and chat again tomorrow. I can't believe what I'm hearing. Look, the fact is, Bill had every reason to kill me when I helped you guys, but he didn't. Obviously, I don't know what happened while you were all gone, but he's given me a second chance, and I know he'd do the same for you. Reggie, I don't want a second chance. I want to leave with my family. That's it. Подработки в ночном клубе. Кем ты работал? Барменом? Я тоже работала в ночном клубе. Офигом. Сара, can you go see if there's something for her to drink? Okay. Put it over by the benches. Так говорит, бля. That didn't go as planned.
Как сад одного чувака боится. Но, блин, вот вспомни этих ходячих, где этот кто он там, Ниган. Один тоже. Но почему-то все ему прислуживают. I mean, clearly he's already drank too much of the Kool-Aid. I think he's just scared. Я думаю, он просто напуган. Ему руку оттяпали, нифига себе. Могут ли что-то не дружим с головой, тебе следует осмотреться. We gotta know if there's anything we can exploit to get out of here. We're in a tight spot. Gonna have to wriggle our way out. Well, what should I be looking for? Stuff that they don't want us to know about. That Troy asshole's gone for now. This is our chance. Don't worry about Reggie. I'll go help run interference on him. Осмотреть навоз. Walker just snuck up on you, huh? Кровати. Давайте начнем вот с угла. Давайте поговорим с ним. Hello? Hello? Get lost. Get lost. Откройся. Фрисит напал. Ну нет, может быть он такой же просто лютый, поэтому ему и прислуживают и боятся. Мы не будем трогать кровати. Guess it's better than the ground. Нет, Джезда, никто про это не спойлерил. Один ты проспойлерил мне тут сейчас, что... Понятно. Выглядит хрупко. Ну, видимо, Ли мы увидим в образе ходячего уже, да? И мы же его, наверное, и убьем. Так, тут мы ничего не можем обсмотреть. Looks kind of crappy. Топ сорок. No, it's okay. It's not my real name. Дыра. Well, my first day in the US, I stopped and got a coffee, and the girl behind the counter asked me my name, so I told her it's Rajiv. Then I just stood there while a guy yelled Reggie for 5 minutes. And that's when I thought I should really get out ahead of this. Hey, Clem, come on. Don't be like that. She ain't doing nothing wrong, Reggie. Just relax. How can I relax when she's walking around, заметок, touching что... everything? Эти в баре постоят за... Фига себе ты. Мне всегда казалось, что работа диджеем такая халявная прям работа. Поставил просто диск свой, намиксованный уже, и просто идешь, уходишь куда-нибудь там, и все. По крайней мере, в клубе, где я работала, именно так все и было. Чувак просто брал, ставил диск, уходил, там жрал пиццу, еще что-то там делал. Really с официантками заигрывал. Что она творит? No, nothing. Это же дети. Они любят. You know, не слышат. They love not listening. В узде за счет страха это нам кружится. Have to tell Bill about this. Please, come on. Hey, don't be like that, man. You shut your fucking mouth. I don't know you. Вот правильно говорит Ром чисто. Oh, you're all fucked up now. Bill's gonna hear about this shit. Troy, please. Fuck you, Reggie. This is setting you back a few. Get comfortable, asshole. He was trying to help. She's just a kid. No one's talking to you, Indian lady. Hey! It's fine. I am Indian. Yeah, Indian. Everybody get to bed. Some of these folks ain't too keen on leaving. It's up to us to figure out a way out of here. You up for it? It's your decision. I'm ready. Of course I am. Я готова. Good. Confidence is good. You gotta have the right attitude. Now get some sleep. We'll need it. We need it. Ну что? Don't kick me. It's rude. Не пинай меня так грубо. Get up. Bill's gonna have a word. Че вообще обалдел, да, ребенка пинает?
Привет, Мимика. Рада тебя видеть. Дебатов на тему, кого можно назвать диджеем. There's been increased walker activity along the fence, so be mindful when outside the walls. The herds moved a little closer as of this morning, but that still doesn't necessarily mean we'll be hit. No, we're monitoring the situation. Now, there are some folks might be sore about what happened and how things went. Мне вот интересно, а если бы тогда, когда он приходил к нам в дом, если бы мы ему все выдали, он бы к нам хорошо относился или нет? Почему не стримила, а я эти два дня была не дома, я уезжала в Екатеринбург подруге. Искала работу. Through what will undoubtedly be hard work. Now, Reggie slipped up last night, but... Link, кстати, я полностью поддерживаю в плане пристав, мне тоже они бесят. Today will be a test for him. So let's all wish him the best of luck. How'd you sleep? I'll let Reggie be an example. Vietnam player. Salvation is available, but it must be earned. Kenneth will be taking over Reggie's duties outside the walls. Michael will continue on showing his value. Carlos! Yes. Your child seems to be in need of correction. Ребенку нужно воспитание. I'm sorry. Sarah, apologize to Mr. Carter. Перед ним. I'm sorry, sir. No, that ain't gonna cut it. I can't have this kind of behavior on. Да я к одной только подруге ездила. You discipline her now, Carlos. How do you propose that one good smack across the mouth should do it? Фига, он какой дичь. Twice before opening it up again. Пощечину передать ей. В смысле? Детей вообще нельзя бить. I'm not sure with my hand that I... Well, that's why you got two hands, Carlos. Come on! Not some он сейчас сам врежет. Damn-y thing, all right? A good hard smack. Otherwise, Troy here will do it for you. I don't think you want that. He can be overzealous. Is that the word? If it means I'll slap the shit out of her, then yeah. Go on, Carlos. It's my fault. Hey, no one's fucking talking to you. Зот. Unless you want one of what she's about to get, I'd pipe down, Missy. I'm sorry, Dad. I'm Close sorry. Your eyes, honey. It's only going to sting for больно a second. Больно будет всего секунду. Прикиньте, он сейчас даст ей пощечину, а тот скажет, ты типа слабо бьет. Фига себе, слабо бьет. Ну мог бы хотя бы притвориться, что он ее бьет. Ну не так же сильно. Она аж упала. Стоп! Ты не коннолишь эту девушку больше. Лучше сидеть там и думать о том, что она сделала. Трой, get Carlos. Как шатал ей просто. Everyone else should have their assignments. It's time to get to work. God damn. You really knocked the shit out of her, Doc. Everyone get to work. Переигрывает. Ну, типа... Такое есть. You're working in the armory. Follow me. Мне кажется, если бы я с ним в первую нашу встречу как-нибудь... God damn this thing. Как-нибудь подружилась бы, то он, наверное, так бы со мной не кричал сейчас. Ну, не грубо бы говорил, по крайней мере. Может, бы как-нибудь прислушивался к нашему мнению. Если бы мы ему сдали все. Может быть, есть такие люди, которые так проходили? Так, наркоманка. Hey, I guess you're starting your day with me. День со мной. We're loading magazines. Well, that's it. You got it. I suppose I owe you an apology. I wasn't truthful. When I came across y'all at the lodge, and I was shown a kindness I never would have expected from a group of strangers. But now folks are dead, and I can't help but feel I'm to blame. Заиграла песня опять, которая типа подчеркивает еще эти откровения. I truly believe that was the intent. At least it was mine going into it. That's because it's your fault. You led them to us. If I could change it, I would. I promise you. And I should believe you now. All I know about you is that you're a liar.
understand you're mad at me, and you've got every right to be. But I wanted короче, верить to know, только Кенни нужно, да? I regret my part in all this. I apologize. Which don't account for much, but it's all I can offer right now. Offer right now. How was your first night? Артём, привет. I know it ain't so comfortable. Ну вот первый модер, кстати. It's safe. Which is more than I can say about a lot of places out there. You mean my first night in prison? It ain't a prison. More of a work release. Didn't they do those in prisons? Well, I... Probably. I don't know. I never been to prison. Как тебе игра Life is Strange? Ну, мы проходили как раз-таки до ходячих мертвецов. I was supposed to go. Крутая. When Luke and Carlos and all them left, крутая игра, интересная и красивая. И мне нравится, что там можно перематывать назад время, независимо... Ну, короче, хоть сколько можешь перематывать в ходе игры время и выбирать что-то другое. Смотреть, как пойдет игра. Блин, я пропустила сейчас только что. Вот было бы здесь то же самое. Мне интересно посмотреть, что было бы, если бы я выбрала что-то другое. He's got a lot of this stuff figured out. Какой собака. I don't know. I guess I just wanted to be somewhere comfortable for a while. What changed? I don't know. I've been trying to figure that out myself. Так ты потому что не пишешь ничего. It ain't easy keeping a group this big fed and protected. Дурок. I don't envy that position. Figured that тебя пора бы забыть. I'm not defending what he did. That was... I'm alive. Because of him. Он сумасшедший. That's just a fact. I think he's crazy. He's... Кстати, помните, как Киллорок получил у меня модерку? Кто помнит? Да ничего не. Он прикалывает. Go, but they didn't line up with what Bill was thinking. They butted heads. Then Rebecca started showing, and that only made things worse. Maybe Luke was right about him. Может, Луи прав насчет него. I wish he was around, but I just hope he's safe. Hey, Bonnie, is that girl down there? I need мне to надо забрать her. Ее. Yeah, she's here. Okay, I'll как давно right это over. Было? Это было на стрим... I'm sure it's fine. Ленки Головача, по-моему, да? Ну, на какой-то праздник, короче. Я разыграла модерку. И модерку получил он. Случайно. Huh? What do you think? Хотя, ладно, хейт норм такой. О! I found it at the lodge y'all were at. Think it might be for scan. Had to wait for no one to be around to get it to you. It's kinda ugly. Really? I thought it was kinda cute. Well, this ain't a fashion show. It'll keep you warm. You better watch yourself. I think some folks might be jealous про куртку, я думала, про какую-то бабу они разговаривают. Oh, я сказала, что она уродина. The ugly jacket. Tavia. What? Never mind. I'll see you later, Clementine. Come on. Пойдем. Follow me. Come on. Худший модер. Почему Зоин худший модер? По-моему, он всегда на каждом моем стриме присутствует и банит кого надо. Ну, ненормальных. Ничего не трогай. Сейчас найду, что тебе нужно делать будет. Найду тебе задание. Life is Strange второй сезон вышел, да, знаю. Просто она на английском, как сказал Линкс, а я особо... Ну, я, конечно, понимаю его, но не так прям в совершенстве. Хотелось бы с переводом уже играть. Раньше мой папа никогда не бил меня. Все бывает в первый раз. Он никогда не бил меня. Он не хотел делать это, Сара. Карвер сделал его. Он плохой парень, не твой отец. Так, в странном способе, Карвер тот, кто тебя бил, не твой отец. Guess so. Carver hit me super hard, because it still hurts like crazy. Yeah, it looked like it. Well, thanks. Да-да-да, я помню, Гилрак говорил, что его не было. I don't know why people have to be so на практику уезжал. Like, even when I'm really mad, I still don't want to hurt anyone. Don't mess this up. Не облажусь. Yeah, I get it. Reggie's in charge here, okay? Вот этот мужик вроде добрый такой. Yep, no problem, Tavia.
Okay, we gotta do a good job, guys. The camp is counting on us. Неохота его подставлять. Come on, I'll show you what to do. It's super easy. Спортсменов уважаю. Oh, and just so you know, Bill yelled at me this morning for what you were doing last night. А, кстати, да, мимика, ты же не знаешь, как выглядит у нас Артём, да? Please just listen to me today. I'm on, like, the thin. Он выглядит как спортсмен, прям воистину. Pick up a pair of those shears. Качок. Возьми, возьмите инструменты, да, он сказал. Okay, so we're picking these berries, right? Just pick them, put them in the basket. Simple. Отрываем. While you're at it, if you see any dead branches, take those shears and cut them off and stack them neatly for composting. Got it? Поняли. Да я серьезно не занял. Ой, начал отникиваться, чтобы я похвалила, да, наверное? Because what happened down there? That was straight fucked up. I don't want her freaking out and getting me in trouble. I'll take care of her. You don't have to worry. Good, good. Because I'm awful at that stuff. Look, Bill's had it out for me ever since I helped those guys escape, so I gotta concentrate on my work. Когда хочется вышить друзей, нет. That а, то есть awkward. Нужно никому не доверять, да? Again? Вот что ты хотел I'm сказать. Go было неловко, больше не буду так делать. Такой прямолинейный. Девчонку жалко тоже так там. Стрёмная такая ситуация. А не, есть вариант просто как бы, ну, типа, сказать ей: Сара, давай, чикай, ручками работай. Hey. Here, watch me. Да ничего не развели, мимика, я же тебе сказала, что он выглядит как спортсмен. Я сказала, что он качок. Не знаю, чем занимается, правда. Просто качается, наверное. This isn't that hard, Sarah. I know. I'm just afraid I'll make a mistake. It won't be the end of the world if you do. Just keep going. Oh, shit. Oh, no. Проверяет. You didn't do any of your work, Clem. Just checking in. See how the new girls are working out. Не собрали пару ягодок, ну что такого, сейчас соберем. Реджи. Yeah, Bill. Hey. What the fuck happened? Показывай парня качка. Look, Bill, they're new. Может, слона тебе показать? Me with my arm, it's just not the easy. I have one arm. Shut up. Shut the fuck up. Shit, you better have an explanation for this. And I mean now. Bill, please just. Sounds like you're about to give me an excuse when I asked for an explanation. We'll get it done. Just give us some more time. Would you... Time's up, Reggie. You had a task. You didn't get it done. Looks to me like you failed. Sarah, she didn't understand. Она аутист. Она не поняла, что делать. У нее ЗПР. We talked about this, Reggie. И аутист и ЗПР. Didn't we? But you just don't get it, do you? Get what? Да я знаю, что... Why don't you girls wait outside? Ну а что нам нужно было ее кидать? Few things to talk about. Он бы еще и раз вшатал, она бы вообще-то точно в себя ушла. Было бы еще хуже. Thanks for the help, girls. What's wrong, Sarah? Стоит ходить в секцию киберспорта вместо обычной физры? Зум. Are you okay? В порядке? I gave you plenty of chances. Bill, no, please. Weakness, incompetence, it puts us all at risk, and it won't be tolerated. You think about that the next time you're asked to do something. Знаете, что в любом случае он бумер. Get downstairs. Bonnie's got some stuff for you to do. Если бы мы помогли, ну мы помогли Саре, да, мы не выполнили свое. Если бы мы выполнили свое, она бы не смогла выполнить свое. И в любом случае мы бы подставили его, потому что Сара бы не сделала свою часть. Короче, либо я, либо Сара бы не сделала свою часть. Неважно. Он бы все равно умер.
Oh, hey. So, they want you to run some supplies out to the guys working at the expansion? Real simple, just take this over to them. Когда не сорвал пару ягодок, вообще пипец. Нужно убивать человека. I don't know what Tavia's talking about. What's wrong? В чем дело? Clem? You all right? You look like you've seen a ghost. Reggie. Reggie's dead. What? Меня Бася бы так же... Кто узнал, что я уник бросил? Carver killed him. He pushed him off the roof. Maybe... Maybe it was just an accident. Это был несчастный случай. Ну сейчас, конечно, несчастный случай. Ну да, ну да. Listen to me. Take this stuff out to the guys and come straight back. Затем возвращайся. Just be safe, okay? Береги себя. Now ain't the time to be calling attention to yourself. I need to go find out what happened. Hey, Troy! Clem's just gonna take them boys some nails. All right. Отнесет ребятам гвозди. Смайл тоже бы. Какие вы все жесткие. Hey, that ain't your concern. Get that stuff over to them boys. Just follow them cables. If it's so goddamn important, get your fucking hands off you me! You ain't gonna force me to do this bullshit. I said, get your hands off me. Or what? You gonna go tell on me? I'm trying to help you, asshole. Yeah, this is a real help. Why don't you just worry about yourself? Reggie's dead. Carver killed him. What? You sure? Well, did you? Да как они так стекло-то пробили, конечно. Чё уж. Третий раз на счастье, давай. Залазь. Трындец. Как же ей повезло. Кувалду бери. А, или лесенка, или кувалда. Ути, батюшки. Давай, сладкая, вставай. Не кипиши, просто спокойно. Она что, не может просто ногу разбить? Все, мы умерли в любом случае. Здесь нужно дать вот так сделать, да? Беги! Тащи, ран, ран, ран. Все. Заставила меня пальнуть в него. Oh, thank God, you're okay. All right, enough mushy shit. You get back inside right fucking now. I'm sure they got shit for you to do in there. Now! Think I'm fucking around? Now I gotta sit down here and babysit you. Слушай, хейт. На тебя хотя бы кто-то смотрит, понимаешь? Тебе нужно радоваться этому. Хотя бы телухи. Телухи, такое слово. Хотя бы так. На меня вообще никто не смотрит. Там стрела не помог, вот козел. Вообще не говори. Все они тут козлы. Откуси ему руку. Я, Люк. Красавчик вернулся к нам. Ты больно кусаешься? Ударить его. Красавчик, обнимем. Волновалась. Все мы. Рад тебя видеть, малышка.
All right, listen, we ain't got much time. Okay, I followed y'all here best I could. I haven't had a night's rest since y'all got nabbed. And, well, it's the first chance I got to talk to somebody. They're everywhere, okay? They got guards watching everything. Как он так проник туда внутрь? Hello! Скажи фруктам hello. Привет! There's a herd of lurkers just south of us. It's bigger than I ever seen around these parts. Carver mentioned that. Said he hopes it passes us. Он же не кореец, нет, он не кореец, но он просто красавчик. Yeah, I heard folks talking about that, but that ain't so. Okay, it's gonna hit this place. I know it is. Чё, похож на мужика из сериала? But it's coming and it's gonna be soon. Карболет не равнодушен. To get you all free, but да не, не похож. Find anything yet? They plugged up all the holes we used when we got out. Are you feeling okay? No, no, I mean, yeah, yes. Просто нужно поспать. I just could use some sleep, you know. Hard to rest when you think a lurker's about to get the jump on you at any moment. But yeah, yeah, I'm fine. Okay, don't worry about me. It seems dangerous. Well, the whole situation's dangerous, but well, we're in it now. That's what we got. We just. Под тридцатку, наверное. I just need a plan. Я бы посмотрела на Юлю. А мы бы с тобой вместе, Настя, посмотрели бы на корейцев. Кстати, скоро будет же клип. Я все жду. Во вторник, уже послезавтра, будет клип Экзо. Настя, ты понимаешь это? Ты должна присутствовать на моем стриме в этот момент. Мы должны посмотреть это. Всего лишь одну из тех раций. Мне нужно знать, о чем мне говорят. Понимаешь, я смогу вычесть расписание. Бла-бла-бла. 28 я буду. We're gonna be able to shoot our way out of here, so we gotta be careful. Нужно быть осторожным. We just gotta be smart. Okay, we got a plan. Okay, I'll get you one. Thanks, Clem. I'm so glad I can count on you. Remember, you meet me here tomorrow. I'll try and be here around this time, but if I ain't, just wait as long as you can, because I really need one of those radios. And just let everybody know I'm all right. Okay? I'm worried they. Get out where I can see you. Даша тоже должна присутствовать. Все девочки, которые любят кей-поп, должны присутствовать в этот момент. Может, на стрим не приходила в вторник. Читала комиксы. Don't go in there, you hear me? That is off fucking limits to you. Bill Radio wants a word with you up in his office. So get on up there, now. Чё сказал? Беги? Now. Буду пищать к семикласснице, да я тоже, мне кажется, это вообще... Не, ну на стримах я держу себя в руках на самом деле. Когда я без стрима смотрю, тут просто вообще на голове стою, наверное. Фонтанирует, все фонтанирует. Чувиха. Что за чувиха? Тут же поторопись. Весь стрим будет этот клип на репите и обсуждение. Ой, ты что так ноешь-то, а? Привет, Макс. Дакота. She's a strong woman, surrounded by weakness. Боже, как же этот Чонгук хорош. Ты уже прямо все знаешь, да? Хорош. Хорош, хорош. Чонгук не в Экзо. Да неважно, неважно. Он просто пример привел. Он уже видит, шаришь, кто такой Чонгук. Он уже часа назад. Он не слышит ничего. No point in making a racket. Ой, я забыла ответить. Как у тебя дела? Да нормально, вот, стримлю немножечко, ищу работу немножечко в Екатеринбурге. Если у тебя есть какие-то варианты, можешь предложить мне работу в Екатеринбурге. Стопроцентная. Now. Одна из лучших игр. You make sure you tell me the truth when you're sitting where you are. Это снова этот босс. Подождите. You might not believe this after what happened earlier, but I liked Reggie. He was a funny guy. He kept things light. You need folks like that. It's easy to let depression sink in during times like this. Какую Макс такой-то такой чудо предложил? And I don't mean just because he was mean. That wasn't his problem. He was weak of will. В Сирию не поедут, чё? And we can't have that around here. Not anymore. Not with what we got at stake. You have to be able to contribute. You're a murderer. You can try and call it something else. But I know what it is. What it really is. Убийство. Такие желтые глаза у нее, да? Listen, Clementine. It ain't murder.
You see, Reggie put us at risk with his incompetence. Есть вакансия на стройке в СПБ. Спасибо за это предложение. Из меня выйдет отличный строитель. Мне кажется, я вот прям смогу. А мне кажется, на стройке хорошо платят. Это не дутеры. Мимика играет паладинов, да? Вы про паладинов сейчас говорите? Не будем с ним соглашаться в любом случае. Да если бы не стрим, я бы забила на игру. Так забивай! Я просто в свое время на Смайт забила, в паладинов тоже играла. Тоже на них забила. В Overwatch забила. Много игр прошла. В ДБД тоже играла. Я смотрела твои стримы. But you looked me straight in the eye, kept your nerve. That's what we need. If we're gonna get through this, если честно, я с чатом пропустила все, что он мне говорил. Lead us out of this. Kids like you, raised the right way, the way my child will be raised. Девочки и Линкс, не скучайте, Капа. We can handle that. It's not knowing if I got anyone to hand all this off to, but I ain't worried about that anymore. Нет, не будем чего. All right, now. Bill, you there? А если бы ему сказали, что это ребенок Элвин? Yeah, I'm here. The loading bay door is jacked. Troy really knocked the shit out of me. Трой пытался ее выбить. How bad is it? Насколько все плохо? Ремешки настроены так, что она не скрывается до конца. Не думаю, что это так важно. Меня тут говорят, в LOL нужно играть. В LOL зовут. Говорят, там мало девочек, играющих в LOL. Возвращайся во двор. А чипка открыта. Cuz we all know this morning. I don't know what that son of a bitch is going to do next. So you want to ring the dinner bell for a herd of walkers to show up. How is that better? Cuz this place will be fucking chaos when that thing hits. No one will be paying any attention. Ну, лол, интересный. When we go, it's our opening. Ну, типа, как Дота, только лол. Посимпатичнее чуть-чуть. Листовочка другая. What is it with you? That's what it sounds like to me. You know that's not what he's saying, but it does sound. Лол обычно первый. This shit is all dangerous. Kenny, по популярности. Don't speak to me like that. Okay, okay, sorry. I still vote we get Luke the radio. Хотела нажать звук включить ходячих, но ладно, не успела. You know about Luke? He flagged us down when Troy wasn't looking. Told us his plan. Mentioned he talked to you. If Luke can tell us what's going on with the guards, we can use that to pick a good time to escape. That seems reasonable. Who knows when that'll be? There was a girl back at Crawford that used church bells to send walkers all over the city. We just need something really loud. The PA system Carver is always using is quite loud. There's some speakers outside the building, pointed toward the parking lot. I saw him when we were walking out to the work. Troy's always standing there. Не сегодня, точно. There's fuel on the roof. I saw the controls. They're in Carver's office. She's right. It's all controlled in Bill's office. There's a switch in there that'll turn them on. How do you know that? I used to make a lot of the announcements back in the day. I had it flipped on once. Luckily, there wasn't much around at the time to hear it. It was plenty loud, though. That's perfect. Я пробовала в Доту играть, но что-то тоже не зашло. Слишком много там всего нужно знать. Change anything. This isn't a discussion about how to do it. It's a discussion about whether it's stupid. And it's still stupid. The sensible thing is to get Luke the radio and wait for an opening. You're real difficult to deal with sometimes. Kenny, no, that's all right. You ain't exactly a peach either. Мы должны достать рацию. We should get the radio to Luke. It doesn't hurt to have more information. Да, Dota 2 во вторую. Ну вот, Dota, которая до задрота. But the herd is still what's gonna get us out of here. Maybe Luke can tell us where it's hitting from. Okay, so we get that turned radio, he keeps us posted on the herd's movement. We fire up the PA thing and bring the walkers to roll over this place. And then get some guns and shoot our way out. I don't know. Whatever we can, we improvise. Then that's not a plan. You don't plan to improvise. I figured out what your problem is. You don't think this stuff through. If the end of the plan is just to stroll through a herd of walkers, then you should know from the jump there's no way it's ever going to work. Actually, I do it all the time.
О, девка к нам присоединилась. Она, наверное, жесткая. Это уже какое-то странное дерьмо говорит. When you cover yourself in their smell, rub the walker guts all over you. I can't tell you from one of them. Now I don't know who's crazier. Trust me, I've walked through herds before. It works. You just have to keep calm and make sure you're good and covered. Хорошо обмазаться. You seem to know what you're talking about. This is nuts. Lee figured that out. Лид тоже так делал. It's how we got out of the marsh. Так мы выбрались из гостиницы, или намазал меня, и мы пришли через них. We walked right through. Really? Да-да-да. Holy shit. A good one, Lee. All right, what are we waiting for? Let's get that stupid radio. We still have to find a way to get in the stock room. I got a plan for that, too. Come on, kid. Gonna need your help. Твоя помощь нужна. Where the hell did she come from? We just need to use the winch. She can just climb up from there. Then, just drop into one of the skylights over the stock room. There are shelves and stuff for you to land on, so... You probably won't fall to your death. Так что, скорее всего, не разобьешься. That thing breaks all the time. Эта штука постоянно ломается. It won't support much weight. Много веса она не выдержит. Ну, тебя она точно не выдержит. Come on, up and at 'em. Don't push her, Kenny. She's our best bet. I mean that, Clem. Clem, it's you or nobody, so you're nominated. Никогда не играл в доту и не буду. Mike, you wanna boost her? Но меня как-то все равно уговорили ее установить. Я установила, поиграла в нее один раз. Она как бы, конечно, такая... Там все элементарно, но нужно много знать, что собирать, что крафтить, как телепортироваться, там какой-то еще есть, типа, курьер для всей команды. Столько всего, короче. Так. Микрофон что-то попукивает иногда. Вы вообще вот этот микрофон не слышали, как он... издает звуки. Там вообще меня не слышно, он просто... Нет, я просто настраивала этот микрофон сегодня, заколебалась, если честно. Я и хромак новый повесила, и микрофон настраивала. Потратила на это часа три, наверное. У нас проблемы. Ты хуй с китайский зуб, ты чё ругаешься? С кем вообще? Пройдем просто напрямик, правильно? Пипец, надеюсь, не пройдут мимо. Think we're ready this time? I don't know. Bill thinks we are. Of course he does, but he thought the same thing last time. We learned a lot since last time. Is it enough, though? We'll find out if they. Ну, стеклянная фигня. А, он в кабинете, да? Yeah. Ясно. Ну, видимо, нам нужно идти в этот в теплицу. И что тут делать? Ладно, обойдем это все дело. Бутербродик хочу. Так, нужно одну рацию. А лучше две. А, нет, две палева. Не знаю.
So really, no bullshit. You think we're ready? I think so. The homestead, at least. I'm not sure about the expansion. They're out there, just... Не, я не хочу прерываться, чтобы сделать себе бутер и еще, ну, и дальше играть. Я лучше сразу доиграю, потом сделаю бутер, закончу стрим, сделаю бутер и посижу, посмотрю опочек своих. Нас палило или нет? Я с тобой согласна. Troy backed into it when we brought the prisoners, the new people in. Хватай. See, it's hard not to call them prisoners. Anyway, I'm looking at it now. I don't think we have what we need. Jesus, really? We repurposed a lot of shit to get this place built. I can't say for sure if we even had the materials before we started expanding. О, нифига, как она... Она чё, ниндзя? Как это можно не заметить? Она же стоит прям вот прямо, и там что-то движется. Хочешь не хочешь, краем глаза ты заметишь это движение. You get him? Достала? Okay, jump down. I got you. Прыгай, ловлю. We best get in bed. Troy will be back any minute. Well? You little devil. Маленький чертянок. Приду, сказал, теперь я тоже хочу. Под вечер всегда жрать хочется. Все свои сны здесь сейчас. Не надо привлекать внимание. That was so cool. Thank you, Clem. That was so cool. Спасибо, Клем. I told you probably wouldn't die. Nice job. Nice job. I was pretty scared. Было довольно страшно. Nothing wrong with being scared. It's how you handle it that matters. Anyway, get some rest. У меня еще есть там то фифи. I thought about Duck today, about his dumb little face. Его глупой маленькой мордашки. First things that come to mind are always the dumb things he was doing. Kid was always running in circles. Every damn place he went, he'd just run. He couldn't stop him. Завари дошик, Настя, завари дошик. Рамен. Ламен, как говорит Вонка. Ламен. Нас ждет долгий день, долгий день. И мне кажется, это будет следующая глава. Или нет? Нет. Alright, we're all here. Так, что будем делать? Someone's gotta get the radio out to Luke. What's the problem? We should probably figure out who's doing what before we... Нужно решить. Слушай, мне даже... Мне... Я жру дошики. Постоянно. И конфетки я тоже люблю. Шоколадки особенно. Никуда у меня это не откладывается. А почему? Потому что гены. Гены такие. Я вот какая есть, я такая и останусь. И после родов я тоже буду куда. Like I said, Troy's coming for the rest of you. С наполнителем мяты нет. Да кул я, привет, сердечко. Alright, look, if we're gonna do something, we have to do it now. And if Luke's all we got, then we pair up with him. Почему? Это этот? Where's the meeting? Кто он там? Yeah? После родов, когда роды? Не знаю, пока... Пока никогда. Ну просто, я уже на будущее знаю, что я буду всегда выглядеть вот так, как я сейчас. Я буду худая. 44-45, Why can't you do it, Kenny? For the same reason Mike shouldn't do it. Меня заметят. Give me the radio. All right, little chickens. Let's get to pecking. Пора работать. All right. I don't think today's gonna be like yesterday. No way. No shenanigans. This rooster's gonna be surveilling your ass every second of the day, you hear? Got that? Да. I'm afraid I need an answer, girl. Whatever.
Come on. Oh, you have your pockets all out. I'm sorry, but it's the only way. Нет, ты уже начинаешь жрить, что вообще офигел. Это не уточнено после каких родов. Неважно, у меня в родне женщины рожают и не жреют. Тетя двоих родила, такая же, как я осталась. Hey, she's with me. Oh shit, I almost forgot. Yeah. Well, take her then. I don't care. Wait, what's going on? Never mind. Just chores of a different sort. Come on, City Mouse. Can't you cut her a break? She'd really rather keep with us, people she knows. It's nothing that'll hurt her. Okay. Я не против. It's okay. Come on. Это не остановить. С тебя все начнется. Ты что там проклятие кидаешь, мне вообще не понимаю. То я арены проиграю, то я жирная стану, то еще что-нибудь. Только плохое мне желаешь. Like he'd pulled up a weed or something, like it had to be done, and that was just one of those moments when your blood runs cold, goose pimples up and down your arm, because it turns out the person you thought you knew was never there. You look anxious, Clementine. Something the matter? Тетя два. Вообще-то у тети есть муж. Дядя Вова, там знаете, какой дядя Вова? Вы кто смотрел фильм «Поезд на Пусан»? «Поезд на Пусан». Вот, короче, «Поезд на Пусан». Помнишь, там есть такой чувак, который вообще вывозной, такой здоровый такой, и у него была беременная баба. Нет, он не кореец. Ну, отвечаю, он прям один в один, как этот мужик. Только вот глаза нормальные, ну наши. Вот, глаза нормальные, а вот так вот один в один. Вот это вот, у него еще борода такая. Он такой прям дядя Вова, такой прям вот вообще. Да нет, Артем не главный герой. Беременная жена у него была, беременная. И он такой еще вообще такой прям здоровый. Жаль, умер, да-да-да, вот он умер. Но там все умерли, мужики. Лук, это я, Клементайн. Это safe to come out. Можешь выходить. Что-то пошло не так. Боже, крови. That looks really old. He's probably fine. Лук, where is he? А, выйти? Не выйти. Стопка коробок, книжная полка, подстилка, ну-ка. Was he sleeping here? Он здесь спал. Ну, надеюсь, что поспал. Так вот. I swear to Christ, you're gonna regret this. I was... You ain't supposed to be out here. Ты не должна здесь быть. За шкирку взял нас и пошел. People been here one fucking day and already you're fucking up. Well, you wait and see what happens. Move! Hey! Этот фильм, он нормальный? Может, представь? Поезд на Пусан? Настя, ты будешь реветь в конце. Прям вообще реветь. Не смотри лучше такое на ночь. Тем более, он страшный, типа. Whatever you were planning is over. It's done. You can't just run from your problems. You can't just up and leave when it gets tough. Because there's nowhere else you can go where it ain't. Фильм отличный. Get that through your fucking skull. Там экшен, да-да-да. Болела за школьницу, я тоже за них болела. Там, ну, красавчики, спортсмены, корейцы. Вот, это меня бесила маленькая эта девка, дочь его. Мне надо к маме. I'm gonna count to three.
Блещаем. Надо. Школьница померла. Да, там пришла девочка, бери. Maybe you. It's right here. I got it. Неловко вышло. Надо было молчать, да, значит? Sorry about that. Я хотел сказать, может быть, вы ее потеряли? Three. Fucker. No! Что посмотреть перед сном? Если начнешь смотреть дораму, ты не сможешь остановиться. Тебе будет интересно смотреть ее дальше. Но можешь посмотреть экзо за соседней дверью. Ну, ты, наверное, смотрела это. Кенни! Кенни! А чё? Пожалуйста! Мне кажется, если я к нему подойду, он же меня тоже вдарит. Он мне просто сразу же этот... страйк сделает. Я умру. Никогда не надо лезть вообще в такие батлы. Плохо заканчивается. Да в смысле на рыбку? Как я похожа на рыбку? Если сильно впечатлительно... Да не-не-не, вот даже я не сильно впечатлительна, но меня просто очень сильно конец тронул. Когда вот, ну, вот сами помните, да, где вот этот главный герой, там вот что с ним случилось, и когда вот он с поезда вот вспоминал свою девочку, вот как он ее держал на руках, я прям так... Главное не вспоминать про это сейчас. Надо еще будет сегодня послушать песню. What? What? Винда. Перед сном нужно смотреть на инстаграм мальчика. Ну да, я так и делаю. Смотрю инстаграм, там как раз NST Джихён, NST там еще. Тэйон. Потом Чон Чонгук. BTS-T. Get the PA system going. Second she hears it, she'll run over and spring us. That's great. It's not great. What are you talking about? Look, I know part of this is my fault. I know. Look. I was hungry, I got reckless trying to steal some food, and I got caught. We can't stay here. Exactly. We have no idea how long Alvin's got before the smoke is frozen. We have to leave now. Look, I hear what you're saying. Ты слышала ее? Нет вообще? Такая наркомания. Did you see what that son of a bitch just did? The plan works. We're not waiting. Ain't nothing out there, guys. Trust me, I looked. There's no food. There's no supplies. They picked everything clean. I'm just saying we gotta be sensible about this. This is being sensible. How's Kenny? Doc's over there working on him. And don't look good. Выглядит не очень. Есть топовый фильм про поезд. Вспомнить бы название. Надеюсь, он не русский, да? Ну, поезд на Пусан. This is what I'm talking about. We're in no shape to go now. You better fix him. You better. I'm doing my best. His orbital is crushed. Он там такой конфетка. I got him as stable as possible. Ну, что-то случилось, да вообще эта девушка. Там боль показалась. Там боль. Что-то такое. Типа девушки, которые как мальчики, или что? Okay, look. Maybe I'm just playing devil's advocate here. Скиньте мне ее кто-нибудь, а? Damn it, if y'all are serious about going tonight, then we're gonna have to start talking about maybe leaving some folks behind. Не придется никого оставить. Мы не оставим Кенни, нет. This is bullshit. Well, I don't like it either, but guess what? It's where we're at. Не, красавчик, ты гонишь. Only here because of you people, and now you intend to leave us behind. Мы не бросим Кенни. No,
We're not leaving Kenny. That's not fair. We stay together. Life ain't fair, Clem. Губастый We're just trying to make the best of a bad situation here. No one wants to leave Kenny. Good. Cuz you won't have to. Блин, какой он мужик. I'm all right, hon. I'm all right, honey. We leave tonight. Plan don't change. You are one tough bastard. Do tough bastards get their ass kicked in front of everybody? Обними его. You all right? That wasn't your fault, okay? It's all right. All right. Какой-то рекламный фоток вообще не осталось, хотя надо по его друзьям пошарить. Where are we going? Case things get squirrely and we gotta make a break for it. Обалдеть, вы нифига бы об одном и том же чеке говорили, представляете? The hell is that? It's a Civil War site a few miles north. Tourist trap. Got signs all over. Just follow the road. We stopped there after we escaped the first time. Luke and Carlos know where it is. It's not that far. Well, at least if a few folks know where it's at, it'll be easier to find if we're split up. All right, that works. Это сработает. Then we just need someone to go set off that сходный PA, код right? I mean, to explain who's supposed to do. Ты все это время, докуда я искал просто в Гугле, да, выбивал топовый фильм про поезд. Сейчас скину, давай скину. Wait, wait, hold on. She's the plan? I'm gonna need a boost. Be sure to remember to flip the switch for the outdoor speakers. Just the indoor speakers might not draw the herd. It's right on the microphone box. Right. By default, it's set to play music. So you should just have to. Юля, давай вот эту игрушку на стриме попробуем попозже. Drop into the stock room. We'll meet you there. Повтори еще раз. Can you tell me again? You gotta set off the PA system in Carver's office, then climb back up onto the roof. Громко говоритель в офисе Карвера, запоминайте. And that's where we'll meet you. Все. Right. Я забыл. Do not forget about turning the outdoor speakers on. Got it. Be careful. Okay. Clem, make sure you bring Alvin. Ну, вышел он раньше. Кстати, метро я тоже смотрел, а там разве про зомби? Там, по-моему, не зомби, там просто... Или там зомби? Я еще в кино ходила, кстати. Это что за Элвин? Кто такой? Тема оповещения. Нам, видимо, это не надо, да? Элвин. У меня сразу... Да включи. Окей, now the mic. What? What's wrong? Чего? Отец ребенка? Это вот этот, который там, это? Откинутый? No, 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 no. No, where are they? Вон, 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 вон. Come on, come on. Please work. Make sure your backyard barbecue is complete with Howe's full line of products to meet your grilling needs. Пипец. Alvin, what's wrong? Отец самый злой мужик, который... А, который этот? Carver talks all that tough guy shit, then keeps the tiniest gun in the universe. Something funny about that.
который Ниган, да? Я ничего уже не вдупляю последний час. Он, наверное, не пойдет. Зря мой это тоже. Зря я спрашивала. Все, я скинула. Мы уйдем, мы все уходим. Сейчас я посмотрю этого мальчика. Я сошел за станцией. Ну такое симпатичное. А, Лена на него подписана. Она мне его показывала. Подожди, что это баба типа? Как понять то, что вы писали выше? Что-то какая-то там баба. Это девочка. Она вообще она прям парень. Мне кажется, даже что даже щетина есть. Ну, типа не щетина, а просто вот, ну, типа. Что у них там происходит в Корее вообще? Что за бред? Ну, блин, если представить ее с волосами и в женском образе, мне кажется, она миленькая. Будет. Ну, парень, конечно, из нее вообще топовый. Айдол. Сука, на бабу. Да тебе не понравится эта баба. На тебе. Get back. Пошел назад. Come on, Luke. This ain't none of your. Девочка с махивочной просто так кидать, я говорю, не надо, Clem, не надо. Why isn't Alvin with you? Where is he? Where is he? Sorry. Sorry. Get. Rebecca, I am. Oh God, I am so sorry. Kill him. Rebecca, sweetie, my God. Девочка, боже мой. How did we get here? Мы дошли до такого, ты и я. This is just a bit of a custody battle we got on our hands here. Shoot him. Ну ты же девушкой. А, да они еще и лесбухи. Титик, такое слово. Я тут даже титик не видно. А то не подруга. Давайте заценим ее подругу. Так, идите снаружи. Сейчас заценю подругу лучше, девчонку. А тут она со многими девочками. Кенни, пожалуйста. Не-не, ушатай его, все правильно. Не должны такие мрази жить. Всего лишь минута. Давай, всади ему голову. Shut your mouth, Bill. You're all just gonna let him do this? Yes. There ain't one part of that son of a bitch I don't hate, but that does not make this right. We don't have time for this. I'm making time. Не-не, посмотрите, он его так уработал, минус глаз просто у человека. Пошлите. I don't even know how good you got it. Так покажите мне что-то. That's all right. You'll learn. Lambs to the slaughter. No shepherd to guide you. Clementine knows exactly what I'm talking about. Come on, Clem. No, I'm not letting you see this. It's not your decision. Нет, мое решение. Atta girl. She ain't afraid to look it in the eye. You go with that feeling you got right now. Да я могу скинуть ссылку, подожди, Настя. Let's go. Yeah, go on. Смотрите, ребят, просто вот. We'll see how long that lasts. I'll be right there. You won't see anything. Ты ничего не увидишь. That's funny. Забавно слышать это от тебя. How's that eye? Ну это же кореец, просто как парень кореец. Милый мальчик. Вот все они такие. Они так все выглядят.
А оказывается, это баба. Они еще ростом по-любому 150. Don't act like you didn't love every second. Ебой! Да я смотрю, что тут происходит. Мне же не надо отвечать никому. Я вижу, что он ему размозжил просто череп. Вот эти вот зубчики его там миленькие. Let's go. Я бы так же сделала. Да. Да, я считаю, я в теме всего, что тут происходило. Вы не переживайте. Надо было еще его обоссать. Все правильно сделал. Открыто достижение. No, I'm all right. Come on, we got enough to worry about. Это чё, баба, да? Прикинь, это баба. I thought they were coming from the south. Чё, мужик? Так а мы о чём тебе и говорим? Она похожа очень на корейца, ну, в смысле, на айдола. Thanks. Я говорю, такое ощущение, что даже... Читин. Так, кишки, да, сейчас будем обмазываться. Как она прячет сиськи? Ну, у кореянок, в принципе, там немного. Я был бы симпатичнее намного, не по сотка. Да-да, девчонка, давай. Нам придется, Сара. Звучит как-то по-азбестовски, да, согласна. Все будет в порядке, дорогая, просто будет рядом. Она по-любому завопит. Вот 100% она испугается и завопит. И все полетит к коту под хвост. Что-то у них как-то мало намазались, надо было побольше, надо было прям вот так кишку на себя закинуть. Чтоб наверняка. Someone say something before I start. Hey, hey, don't you even fucking think about it, motherfucker. I will end you, you hear me? Troy. Troy, we talked about this. What the fuck you talking about? I told you I wanted to get out. You said you'd help, then I'd help. I thought you meant get out of the pen, not whatever the fuck this shit is. I did. But now we can leave. Troy, можешь пойти с нами? You can come with us. Беременная, беременная, смотрите, напряглась. Well, where would we go? Она сейчас его обманет, подальше отсюда вместе. Together. Man, you smell really bad. You gotta get a bath before we... Come on. Она отстрелила его. Don't make any noise. Got it? They might hear something they don't like. Слышите, как он завизжал? For fuck's sake, walk. Act like you belong. Жесткая такая, прямо. Напрягается очкастая, смотрите, она вообще в шоке. Сейчас мы увидим Ли. Да, и это жестко. Но мы не бежим, мы же просто идем. Я слежу, слежу за ней. Какую руку? Ну вот, она визжит. Толкни ее. Блин, начали ее защищать. Shut up!
Ой. Ой. Я немножечко это пропустила что-то. А, понятно. Ой. Как жестко это Клементина, это... А, я думала, это очкастая, но подумала, пофиг на нее. Давайте руку отрубать ей. Будем рубить. Резко. Быстро. Давай. Руби культяпку, давай. Ну. Ну или в голову хотя бы, я не знаю. Давай. Думать некогда, резче, все. Побежали. Резко. Быстро. Она сейчас потеряет сознание. Как все сложно. Руку! Я теперь поняла, про что ты пишешь. В следующем эпизоде «Ходячие мертвецы». Погнали. Sarah's glasses. Тачки Сара. She's gonna get someone killed. Сегодня нас всех убьют. If I had said I had the radio, Carver might not have been as... as vicious too. Don't ever think that, darling. No telling what that asswipe would have done to you. So how's it look? Am I still gonna be pretty? Ну как будет рано, я буду таким же красотом, как раньше. Там поди, нету глаза. Мне кажется, там нету глаза. You need to get past that walker without drawing all the others. What are you gonna do? Not now. Not now, damn it. Схватки начались. Damn it, where the fuck is Luke? А Саре все. They're all gonna die, Clementine. Don't let them pull you down with them. Спасибо тебе большое. Спасибо за стрим, Юсенька. Ты замечательна. Уже жду следующий раз, когда вновь смогу провести вечер в этой ламповой атмосфере, что ты создаешь одним присутствием равно. Спасибо тебе большое за поддержку. Завтра будем, да, проходить, точнее, завтра... Завтра понедельник? Завтра я буду звонить по поводу работы, узнавать. Ну и, возможно, завтра будет стрим. А сейчас завтра будет дождик.